Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня рассмотрим с вами перец, который называется пасила баджа, что в переводе с испанского звучит как маленькая изюминка. Перец пасила баджа. Этот перец родом из Мексики. В переводе с испанского переводится как маленькая изюминка. Но на маленькую изюминку он едва ли похож, скорее на очень большую изюминку. Перец длинный, стручки длинные у него, созревает от темно-зеленого цвета до почти черного коричневого цвета. Размер самого перца может достигать до 30 сантиметров в длину. Перец этот собирают в зеленом виде, употребляют свежим, используют также для приготовления энчилада соусов и сальсы. Также его сушат и используют для дымчато-ароматизированных соусов. Срок созревания этого перца около 90 дней. Листья у этого растения обычные зеленые, цветы где-то видно вот здесь белые, крупные, поникшие висят. Вот высота может достигать сантиметров 70-90. Вот так выглядит перец в разрезе. В зрелом состоянии он такого шоколадного цвета. Толщина стенок 2 мм. На этом я обзор этого перца заканчиваю. Заходите на канал, подписывайтесь. Буду знакомить вас с другими сортами острого перца. Oh,